Привет-привет! С тобой снова я, Мутугулина Гульфия. В эфире «Универ Ньюс». Самые актуальные новости нашей республики. Сегодня в выпуске. От 80 до 100 тысяч рублей смогут получить наиболее талантливые абитуриенты КФУ. Ректор КФУ возглавил делегацию Казанского университета на ежегодном нефтяном саммите Татарстана. Конкурс на некоторые направления подготовки в Казанском федеральном превышает 50 человек на место. Выпускник IT-лицея КФУ сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов и уже подал оригинал документов для поступления в Казанский университет. При зачислении на первый курс он получит стипендию в размере 80 тысяч рублей. Выпускник поделился с нашим корреспондентом Анной Глазуновой, куда он потратит эти деньги. Более 180 стобальников уже подали свои заявления в Казанский федеральный университет. Из них 32 абитуриента отдали свои оригиналы. В их числе и выпускник IT-лицея КФУ Герман Ибрагимов. Поступаю я в Казанский федеральный университет, в Институт вычислительной математики и информационных технологий. Я полагаю, что КФУ откроет мне большие двери в будущее, поэтому и решил сюда поступать. Герман – обладатель 100 баллов ЕГЭ по информатике. Во многом благодаря своим учителям, отмечает выпускник IT-лицея КФУ. Ну, я сдавал русский язык на 94 балла, математику профильную на 76 и информатику на 100 баллов. Ну, на самом деле я планировал сдать на 100 баллов математику профильную, но так получилось, что информатику сдал на 100 баллов. Я не ожидал на самом деле. Мои учителя круглосуточно со мной занимались, дополнительные уроки, но и... Сами занятия длились с 8 буквально до 8 вечера. В этом году по приказу ректора Казанского университета Ильшата Гафурова учреждена стипендия университета «Стобальник». Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей смогут получить все выпускники, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Я, конечно, хотел высокую стипендию, я на нее рассчитывал, вот, но за это большое спасибо Казанскому федеральному университету. У меня уже есть планы, куда потратить эту стипендию. На самом деле я хотел купить себе ноутбук для работы, потому что сейчас у меня его нету, как бы, ни компьютера, ни ноутбука. Вот. Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников при поступлении в КФУ получат 80 тысяч рублей единовременно. Если же сессия будет сдана на пятерке, то их ожидают ежемесячные выплаты по 4 тысячи рублей. А победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат по 100 тысяч рублей единовременно. Также на протяжении первых 3 лет обучения полагается ежемесячная стипендия в 10 тысяч рублей при условии сдачи сессии на отлично. Выплата стипендии «Стобальник» будет производиться за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности КФУ. Выпускников лицеев КФУ также ждет повышенная стипендия при поступлении в Казанский университет. На протяжении учебы они будут получать ежемесячную стипендию в размере 7 550 рублей при условии сдачи сессии на отлично. А 6 700 рублей смогут получать студенты, закрывшие сессию на 4,5. 10 июля также вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образовательных услуг в случае, если они не доберут на бюджетную форму обучения до 20 баллов. Всю подробную информацию о стипендиях студентов смотрите на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Татарстане проходит нефтяной саммит. Участие в нем принимают главные нефтяные гиганты республики. А какие разработки на саммите представил Казанский федеральный университет, узнаете в нашем сюжете. В Бугульминском районе начал работу ежегодный нефтяной саммит Республики Татарстан. Участие в мероприятии принял президент Рустам Миниханов. Саммит открывался традиционной выставкой достижений нефтяников. Участие приняли компании «Татнефть», Бугульминский механический завод, «Ритек», «Нефтех», «Татпромхолдинг», а также Казанский федеральный университет. В саммите приняли участие ректор Ильшат Гафуров и проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. Участие КФУ в саммите выглядит логично. Казанский университет – один из главных образовательных центров направления нефтегазовых технологий. КФУ сотрудничает с нефтяными компаниями не только Татарстана, но и России и мира. Университет взаимодействует с Татнефтью, компаниями Китая, стран Европы и Южной Америки. КФУ представил на саммите свои разработки. Первой показана фильтрационная установка, используемая для исследования эффективности процесса внутрипластового горения. Установка не имеет аналогов в России. Интерес к ней проявляет ряд крупных нефтяных компаний по всему миру. Разработка может стать основой для нового сотрудничества. Также была представлена
представлена визуальная труба горения, разработанная группой ученых научно-исследовательской лаборатории «Реологические и термохимические исследования». На установке можно наглядно продемонстрировать, как проходит процесс вытеснения нефти из породы при внутрипластовом горении с помощью катализаторов. С ее помощью ученые приоритетного направления «Эко-нефть» планируют решать задачи определения изменений магнитного поля породы при термическом воздействии. Эти данные могут быть использованы при поиске месторождений углеводородов. Артем Тупичкин, Универньюз. Еще одной важной частью программы нефтяного саммита стала Республиканская полевая олимпиада юных геологов. Школьники под присмотром специалистов из КФУ продемонстрировали свои знания в геологии. Во время церемонии открытия президент Татарстана особо отметил вклад Казанского федерального университета в развитие геологии и в организации олимпиады. А мы продолжаем. 12 июля делегация китайской провинции Хэйлунцзян во главе с губернатором Ваном Вэньтао прибыла с рабочим визитом в Татарстан. Подробности далее. 12 июля Казанский федеральный университет посетила делегация китайской провинции Хэйлунцзян во главе с губернатором Ваном Вэньтао, которые прибыли с рабочим визитом в Татарстан. Визит носил ознакомительный характер. Гости из Поднебесной посетили музей истории Казанского федерального университета. Стоит отметить, что на данный момент в КФУ обучается около 1000 студентов из Китайской народной республики, и это число с каждым годом растет. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. С 20 июня по 26 июля в Казанском университете проходит приемная кампания. Уже более 40 тысяч заявлений подано на бюджетную и контрактную основу. Конкурс на некоторые направления подготовки превышает 50 человек на место. Одним из ключевых лидеров является Институт международных отношений КФУ. О том, какие уникальные направления представлены в институте, смотри далее. В Казанском федеральном университете продолжается прием абитуриентов. Конкурс на некоторые направления подготовки в КФУ превышает 50 человек на место. Одним из лидеров считается Институт международных отношений Казанского университета. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы уже превысили рубеж, а это знаковый рубеж, более 3000 заявлений. У нас бюджетных мест прибыло. В этом году у нас 171 бюджетное место, в прошлом году было всего лишь 115. И это связано с тем, что выделены дополнительные места на направление подготовки востоковедения и африканистика. Направление подготовки востоковедения и африканистика Института международных отношений КФУ не случайно привлекает все большее внимание абитуриентов. Поворот на восток стал дополнительным фактором в пользу такого выбора профессии. Но преимущество образовательных программ направления, под которые отведены 56 бюджетных мест, а также 25 целевых мест под профиль «Политика и экономика тюркских народов» говорят сами за себя, гарантируя высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда вне зависимости от ситуации в мире. Мы считаем, что это признание заслуг Казанского университета, не только тех традиций востоковедения, которые сложились исторически, но и день сегодняшний подтверждает, что направление нашего института по изучению, глубокому изучению стран Ближнего Востока, Дальнего Востока, стран азиатского ареала, оно дает свои плоды. Вот наряду с Дальневосточным университетом, который получил 120 бюджетных мест, 56 бюджетных мест Казанского федерального университета, это очень весомый задел, и мы ощутили с точки зрения прироста абитуриентов на это направление. 30 целевых мест выделены на подготовку бакалавров и 25 целевых мест для магистров на такие профили, как история тюркских народов, история искусств тюркско-мусульманского мира, политика и экономика тюркских народов, а также история, экономика и культура тюркских народов. Эти направления развиваются в Казанском федеральном университете с 2012 года. Указом президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, исполкомом Всемирного конгресса татар и Министерством образования Республики Татарстан. Мы впервые за последние годы вышли далеко за пределы Татарстана, за пределы России, активно работаем с татарской диаспорой. Я хотел бы здесь особо обратить внимание, что если по одному направлению мы готовим эту программу, реализуем, вернее, для наших соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья, то второе очень важное направление – это то, что мы готовим элиту для тюркских республик бывшего Советского Союза. Выпускники профилей «История тюркских народов», «История искусств тюркско-мусульманского мира», «Политика и экономика тюркских народов», а также «История, экономика и культура тюркских народов» смогут представлять Татарстан на мировом уровне в странах ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Улыбайся чаще. Пока-пока.